Фивы. Год 1290 до нашей эры. Первая любовница фараона Сети предала его с главным жрецом Имхотепом. Имхотеп и Анксунамун были схвачены и привезены в Хамунаптру, город мертвых, где они были замучены и мумифицированы. Имхотеп был приговорен к Хумдей, самой страшной из египетских пыток. Что это было? Оно шло вон оттуда. Погодите-ка секунду. Это что такое? Я лучше проверю вот здесь.